Ольга, вы называете себя сибирской Круэллой и самой эпатажной девушкой города. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? На самом деле, всю жизнь меня к этому что-то вело. Я работала много где, и в основном это были руководящие должности. Я была старшим налоговым инспектором Октябрьской налоговой города Новосибирска. И даже там из меня, знаете, мой талант вырывался наружу. И второй раз забеременев, родив дочь, я решила, а почему бы весь свой талант не направить туда, куда нужно? И пошла на битву блогеров. Это было первым таким толчком, где я вообще почувствовала вот эту энергетику зала. Вот своим эпатированием я видела отдачу, и мне хотелось сделать все больше и больше. Естественно, я победила, одержала победу. У меня костюм сегодня, видите, какой, в этой битве. И дальше все пошло, как пошло. Я начала проявлять свой артистизм еще больше. У меня стали появляться гениальные какие-то идеи, мысли, которые я тут же реализовывала. И это приводило просто в восторг населения Новосибирска, меня в том числе. И это дает мне еще дальнейшие силы для развития. Сибирская Круэлла, почему я так себя назвала, и люди стали меня так называть, потому что это вызов. Вызов обществу. Я ломаю стереотипы. Я украшаю этот мир собой и учу вас всех быть яркими, не бояться быть яркими, выражать себя. Но здесь есть такая грань. И я ее не переступаю. Я вот как раз на грани между фриком, между клоунадством. Это не мое. Вот. И у меня именно красивый эпатаж, что-то такое статное, чтобы я шла, и все замирали, и смотрели только на меня. Круэлла. Почему Круэлла? Потому что она дерзкая, она смелая, она знает, кто она, и она знает, что она хочет, у нее есть цель. А как мы все знаем, если есть цель, значит, есть развитие. Человек развивается и всего добивается. Круэлла еще потому, что она многоликая, то есть у нее образов может быть масса, и фантазии нет предела. Если бы я была только в каком-то одном, в одной стилистике, меня бы это ограничивало. А Круэлла, она может все, и хочет все, и делает да, то, что считает нужным. Ваш сегодняшний костюм, почему он такой? То есть вы уже немного начали об этом говорить? Дополните, пожалуйста. Это костюм, как вы видите, римского стиля, это Спарта. Я победитель по жизни, по-моему, все понятно. Расскажите про ваши другие образы, кем, чем вы вдохновляетесь, какой образ ваш любимый, какой можно назвать визитной карточкой, например? Я сама по себе визитная карточка, я бренд. Оля Платонова, меня знают именно по фамилии. Я к этому шла 2 года. Это работа, это каторжный труд. Все думают, что блогеры, они ничего не делают. Но не все, скажем так. Есть те, которые пашут, как и я. А я вот развила себя именно в этом направлении стиля, моды, эпатажа. И считаю это очень успешно. И нет равных мне, ну, боюсь, не побоюсь этого слова и не поскромничаю, в России. Не то, что в Сибири, а в России таких людей нет. Умных, красивых, с 2 детьми, 40 лет, с образованиями, не с одним высшим. Поэтому я смело, я реализовываю все, что я хочу, и пока получается. Оля Платонова, самая эпатажная женщина Сибири. Видишь, я в чехле из-под очень одежды. Круто. Ты видишь? Выставление. Я хотел спросить, но не стал. Огонь.
вот что самое главное, я вызываю положительные эмоции. Я против пранкеров, которые недалекого ума люди, которые доставляют отрицательные, какие-то негативные моменты людям окружающим. А я просто вот потирую народ, доставляю вам удовольствие вашим глазам, чтобы вы смотрели, радовались и видели, что можно еще и вот так.